Мяуровый слайм-слайм-котик, ребята. Ой, мяу. Он есть хочет, что ли? Так, ладно, вот вам фрукты, ешьте их. А я возьму петуха. По-моему, честный обмен. Ой, кто это? Нет, он меня бьет, ребята, кто это? Мяу, привет, котята. Меня зовут Лана. И сегодня я буду играть в очень интересную игру, которая называется «Слайм Рейнджер», что в переводе означает «раньше слизней». Да-да, я буду выращивать слизней на ферме. Это очень интересно, а еще они такие миленькие-примиленькие. Так что давайте начнем и посмотрим, что можно с ними делать. Мяу. Ой, тут нужно выбрать картиночку. Ой, они все такие интересные. Неужели они такие будут настоящие в игре? Мне нравится вот этот, он похож на котика. И нужно придумать название игры. Мяу. Пусть игра называется «Мяу». Да, я же кошка, чего еще вы от меня ожидали? Так, приключения. Ну что, поехали. Злые вары, получается, если Ларго съест чужеродный плорт, будь осторожен. Это вообще по-русски или на каком языке? Я даже не знаю, что здесь написано. Мяу. Так. Ага, ходить тут, как в обычных играх. Ой, морковочка лежит. Интересно. У меня есть рюкзак-пылесос, и я могу запылесосить вещи. Ой, правда? Мяу, ребята, я запылесосила морковку. Ух ты! Так. Такая еда, как фрукты, овощи и курицы. Мяу. Идет на корм слаймам. Попробуй выстрелить едой в розовых слаймов. Они едят все. А кто такие слаймы? Это слизни, да? Вот они, мяу. Так, я выстрелила еду. Он съел ее, мяу. Ух ты, и выкинул какой-то кристальчик. Когда слаймы едят, они производят плорты. Направляйся к плорт-маркету, чтобы продать свой плорт. Ух ты, вон и звездочка там, значит это плорт-маркет. Ух ты! Я получила деньги. Так. Ой, еще плорт. Так. И давайте его покормим. Держи. Вот тебе две морковочки. Эй, ты будешь есть? Мяу. Ага, тот не голоден, а этот поел? Они такие смешные. Мяу. И что? Эй, кому я морковку дала? Мяу, они такие классные. Ладно, заберу морковку, раз вы не хотите ее есть. Вон он куда убежал. Может, ты будешь морковку? Эй, держи. Ой, я отфутболила его. Надеюсь, ему не больно. Эй, смеется. Мяу. Держи морковочку. Ну что, ты не хочешь есть ее? Ой, он врезался. И я пришла на высохший риф. Ух ты. Ребята, сколько их тут? А у меня всего одна морковка. Вот, держи. Ой, и сколько вокруг вот этих плортов валяется. Их все бы пособирать. Мяу, я засосала слайма. Ну ладно, может их тоже можно в пылесос засовывать. Давайте соберем все, что тут есть. Ух ты, а это что? И это какой-то фрукт, и мне пришло письмо от Кейси. Ну ладно, нужно зайти в дом. И собрать еще всю еду. Мне нравится. Слаймы – это путь к успеху. Выстрелили слаймами сквозь загон ограждение. Так. Ага, вот так их надо выбрать и выстрелить. Ой, они немножечко рассыпаются, надеюсь, им не больно. И они теперь будут жить здесь? Мяу. По-моему, моя ферма уже начинает работать. Это что, курица? Ребят, я засосала курицу в пылесос. Это очень странно, но мне нравится. Выйти на разведку. Но мне еще нужно было зайти в фермерский дом, потому что там мне кто-то написал письмо. Ой, я застряла? Вот это же дом, я правильно понимаю? Да. Ой, аж два письма. Проснись и пой, привет, Беа. Меня зовут Беа. Каково это проспать целый год? Тебе что-нибудь снилось? Я даже не могу себе представить, каково это. Так, меня поместили в контейнер.
И теперь я буду работать на ферме. Мяу. А здесь меня приглашают на планету Беспредельное Запределье. По-моему, меня положили в контейнер и усыпили, чтобы я могла спокойно добраться до этой планеты. Потому что в космосе путешествовать очень сложно. Так. И... Такая интересная девочка у меня. Мне нравится цвет ее волос, мяу. Давайте вернемся на ферму тогда. И вот, продадим вот эти вот все плорты, а ты их насобирала? Не знаю, может они еще для чего-то будут нужны, но я их продам. Ой, кончились. Ого, сколько у меня денег. Мяу, здорово. Так, и что? Вот там сидят мои... Кто они? Слаймы, да. Слаймы и не могут выбраться. Мяу. Посадила их в загон. О, давайте вот этих туда тоже посадим, которые тут бегают по моей ферме. Эй, иди сюда. И я так понимаю, что их нужно будет кормить. И заботиться о них. А они будут давать мне вот эти денежки. Так. И давайте тогда вот вам морковки. Ну что? Ой, они не едят. Они что, не голодные? Ну ладно. Тогда не буду им пока остальное отдавать. Вот еще один. Эй, ты куда убежал вообще? А ну давай сюда. И лезь в контейнер. Вот так. Мяу. Это цыпленочек. Цып-цыпчик. А это куркурица. Тут такие интересные названия. Так, вот морковочку мне. Даже не знаю, мне нужны вот эти вот штучки. Может быть, покормить их этими фруктами? А самой забрать вот эти вот розовые плорты? Так. Ой, ой, простите, ребята. Так, вот здесь точно гнездятся курицы, потому что тут курица и цып-цыпчик. И куда их девать, я не знаю, зачем они нужны. Но я их взяла, потому что я люблю носить куриц, как оказалось, в процессе игры. Ой, еще курицы. Так, идите сюда. Не знаю, зачем они мне, но я соберу всех куриц на участке. Так, нечего вам просто так бегать. Так. По-моему, здесь можно сделать... Это хозяйственные участки. Тут можно расположить загон, где будут сидеть слаймы. Участок земли... А, тут можно выращивать еду. Курятник. Ага, курятник. Вот для чего я кур себе взяла. Тогда, наверное, построю, чтобы они не разбегались. Держи куриц в загоне и избежишь восстания. Звучит угрожающе. Построй-ка его лучше. Так, и значит, нужно сюда зашвырнуть куриц. И цыпленка. Ну ладно, сидите тут, курицы. Видите себя хорошо, а то знаю вас. И как вы тут, мои слаймы? Вот вам морковочки я принесла. Ой, они даже хотят есть, здорово. Так сложно собирать этот урожай тортов. Ой, мяу. Ага, значит больше 20 розовых тортов не влезает в мой пылесос. Ну ладно, тогда я продам эти. О, уже вечереет, первый день заканчивается. Тут у меня курицы, как настоящая ферма, только космическая. И выращиваю я слизней. Мяу. Ой, и тут есть дальше проход. Мяу. Кто это там? Ой. Интересно, я не разобьюсь, если прыгну сюда? Так. Нет, не разбилась. Я, по-моему, вижу, ребята, какого-то огромного, гигантского розового слизня. И он спит. Он такой добренький, я запрыгнул на него. Попрыгал, и он мне ничего не сказал. И водичка внизу, в ней кто-то плещется, по-моему. Но что-то мне не хочется туда... А, кто это? Кто это только что спрыгнул в воду? Вы видели, ребята, кто это был? А, мяу! Ой, иди сюда. Фосфорный слайм. Ого, а этот кто с шипами? Ларго-слаймы большие. Слаймы-гибриды, которые формируются, если слайм съест чужеродный плорт. Если их запылесосишь, они прилипнут к дулу, а потом выстрели ними, чтобы полетали. И правда. Ой, ой, а это кто? Мяу. Мяурвый слайм? Слайм-котик, ребята. Ой, и... Курица. А что делать? Мне нужна курица.
Это же петух. Так, ладно, вот вам фрукты, ешьте их. А я возьму петуха. По-моему, честный обмен. Ой, кто это? Кто это? Мяу. Нет, он меня бьет, ребята. Кто это? Кто это такой злой? Вар? Разрушители, радуги. Ой, и, по-моему, я петуха потеряла. Я выстрелила в него петухом. А вот он. Нет, иди сюда, петух. Столько здоровья мне снял. Так, нужно быстренько убегать отсюда. Ой-ой-ой. Это опасно. Нет, нет, он съел его. Он его ест. Нет, уходи. Мяу. Иди сюда, маленький. Я спасла его от этого страшного слайма. Так, нет, убегаем. Фух, я думала, тут только милашки розовенькие, а тут какие-то жуткие, и вообще не пойду туда больше. Я спасла слайма-котика и двух фосфорных слаймов и петуха. Да. Так, сейчас я точно, наверное, отправлюсь спать к себе. Петух сюда. Целый загон. Мяу. А этих засунка я сюда. Вот. А, котик такой хорошенький. И вот этих вот тоже сидите. Мяу, что это он сделал? Он съел и что с ним теперь? Эй, ты куда? Сиди тут. Мяу. А этот ест все. И эти едят все. Ой. Мяу, почему они превращаются в таких странных существ? Ого. Розовый фосфорный ларго. Так, и он улетел. Эй, ты куда? Иди обратно. Я же тебя спасла, чтобы ты у меня жил. Так, что-то тут странное происходит. Ну ладно, вы сидите, ребята, а я пойду спать. Спать до утра. Ну, по-моему, крылатых невозможно там удержать, они будут постоянно улетать. О, мяу, он есть хочет, что ли? Ой-ой-ой. Так, и как мне их быстренько чем-то нужно накормить, а у меня нет никакой еды. Так, ой, и этот улетел. И что, не смогу их тут держать, что ли? А это что? О, водный отсек. О, можно хранить пресную воду, а зачем мне вода? Реактивный ранец, сердечный блок, энергетический блок, расширитель отсека. Ух ты, расширитель отсека, это удобная штука. Возьму-ка я его себе. А то у меня, правда, мало денег, но я думаю, что это будет полезно. Да. Да, наверное, сейчас я смогу гораздо больше всего запылесосивать. Так, ну ладно, побежали. Надеюсь, там не будет этих страшных, вот этих вот жутких монстров. И я смогу набрать себе еды. Так. О, морковочка. Нет, нет, моя морковочка. Моя морковка. Нет, слаймы вы мне не нужны. У меня их и так много, и кормить нечем. Вот, и вот это вот я тоже возьму. Вот это опасное место, где водились те страшные. А, сейчас они не водятся. О, есть синенькие. Хочу синеньких. Иди сюда. Эй. Скалистый слайм. Иди сюда. И вот это вот. Их так много тут. Что будет, если посадить скалистых слаймов к вот тем моим розовеньким и всех их покормить? Вот, сидите здесь, и вот вам еды, кушайте. Ой, нет, нет, ребята, вы все высунулись. Эй, идите обратно. Нет, нет, это была плохая идея их туда засовывать. Они превратились в этих огромных страшных. Мяу. И что с ними делать теперь? Нет, они разрушили мою ферму. Мяу, что же теперь с ними делать? Как это случилось? Наверное, нельзя было их всех сажать в одно место. Почему такие миленькие слаймы превратились в таких жутких? А можно их скинуть с обрыва, интересно? О, отлично. По-моему, я придумала, что с вами делать. И ты иди сюда. Ну что, всем пока, подписывайтесь на мой канал и не позволяйте своим слизням есть друг друга. Да, это очень страшно. Мяу, они куриц, по-моему, съели. Что ж это такое-то? Нет, а, кусается? Посмотрите на него. Так, по-моему, я всех выгнала. Но мне так жалко моих маленьких
Что же с ними стало? Ладно, ребята, теперь я буду знать, что нельзя их вот так вот выращивать до вот таких вот страшных существ. Ну ладно. Так, ребята, я думаю, на сегодня все. А, что-то у меня грустная история с моей фермой. Но да ладно. Значит, в следующий раз... Ой, цыпленочек, он жив! Мяу! У меня на ферме остался в живых один цыпленочек, а все слизни превратились в страшных монстров. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я продолжила играть в эту игру, напишите, пожалуйста, в комментариях. И тогда мы с вами будем играть дальше, но... Надеюсь, больше такого не случится, как сегодня. Мяу.